Итак, всем привет, с вами Дабгай, и мы начинаем играть опять в Кайзер Шизу. Мне понравилось играть за какие-то страны второстепенные. Это чуть-чуть более другой геймплей. Тебе не надо париться о том, чтобы пойти и позахватывать всех. Ты просто занимаешься своими какими-то делами второстепенными и помогаешь боту выиграть. В принципе, достаточно прикольно, поэтому решил поиграть через за Балтику, но чтобы было разнообразие, запустим мы все-таки Кайзер Шизу, не обычный Кайзер Райх. Опять-таки Кайзер Райх мы играли до этого. Так что, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же начинаем, поехали. И сразу же идем, я думаю, по политическим фокусам. У нас будет крайне малая армия, здесь вообще большая проблема с манпауэром, фактор военного населения очень низкий. Еще и какие-то другие проблемы, в общем-то, наша главная задача поднять наш манпауэр, поднять наше население и какую-то экономику поставить, чтобы этой армии было чем воевать, а мы хотим воевать только лучшим. Поэтому, конечно, вторая доктрина, скорее всего, большая часть армии будет спецназ. Посмотрим. И вот Налорный Вентик, Объединенное Балтийское Герцогство. Находимся мы, очевидно, в Балтике. Хотели они сделать новую провинцию вообще Германии, но все они хотели свою собственную идентичность. Подавили они восстание за независимость, и в итоге сделали вот такое вот Балтийское Герцогство. Все круто, но по факту герцогство еле функционирует, и мы совсем не готовы. Кто у нас сейчас главный? Вот наш Адольф Фридрих. Мы даем 15 промышленности из-за того, что он у власти. Зачем-то это всего 5 стабильности. У нас несколько здесь таких представителей. Кто-то более либеральный, кто-то более консервативный. Окей. Наше правление. Федеральная, олигархическая, полуконституционная монархия. Короче говоря, очень-очень все так себе у нас. И у нас проблемы... В общем-то, дворянство, корпорации, все как обычно. Герцогство будет процветать. Ну, мы, по крайней мере, попробуем. И начинается какой-то раскол между главными дворянами и нами. Допустим, какой-то Лорный Вентик, либерал-демократ. И есть у нас еще секретное братство, так называемое, нацпопулисты. Германский националистический порядок у них. Окей. Допустим. Вот они. Прибалтийские немцы. Окей, понятно. Ну-ка, черный понедельник, насколько плохо нам от него будет? По идее, достаточно плохо. Но мы будем как раз двигаться вот сюда, наверное. И я смотрю, что у нас тут есть по фокусам, и я бегу быстрее в стабильности плюс прирост политики. Это нужно, я чувствую, у нас будет много механик, что я вижу уже дуализм какой-то, лесные братья какие-то. Видимо, нам кто-то будет руинить что-то. И вот он. Черный понедельник у нас дошел, эмиграция стала массовой, вообще все стало еще хуже. Черный понедельник, кстати, мы можем, да, чуть позже его принять, не беря вот этот ивент пока что. Ой, 24 февраля, день, в который ничего не произошло. Это... Я тоже знаю, какой-то день в Китае был, в который ничего не произошло на площади, да. И у нас на сессии случились проблемы, никто не знает, что делать. Окей, я так понимаю, наши вот эти рыцарские ордены... Начали теперь воевать с нашим представителем за власть. А политика становится ноль. Забавно. Это краски вот эти вот парни, которые здесь показываются нам. Это Балтийская знать. Рыцари, которые хотят, как бы, видимо, захватить себе больше власти. И да, они заблочили нам полностью фокусы. А, и наш фокус вообще, ну, наша политика вообще не восстанавливается. Прирост минус 100%. Стабильность минус 2. Решение можно принимать, видимо, бесплатные, да, так и есть. Окей, можно делать разные уступки, землевладельцы и торговые сословия. Давайте начнем нажимать кнопки. Неющие государственные финансы. Атаки могут народ, либо народ должен платить дань за свободу. Я думаю, нужно брать стабильность. Это выглядит не очень хорошим вариантом. Смотрите, какая есть у нас Курляндия. Уникальное независимое герцогство, ага. Вообще, какая-то наша область имеет чуть больше независимости, чем мы. А... Да. Я так понимаю, нам нужно сделать вот так, чтобы не проиграть механику. Землевладельцы просят помощи в получении земель. Они выкупают... Нам должны закрыть глаза на то, что они выкупают земли бедных и обездоленных латвийских и эстонских фермеров. А... Нет, это звучит слишком неправильно. Мы можем признать кого-то дворянином, за это он поддержит нашу партию. Получим одну политку. А, ну ладно. Смотрите-ка, бизнесы хотят иметь закон о заработной плате.
Ну, нет. Мы не предадим свои принципы. Я думаю, есть варианты как-то нормально решить. У нас вопрос. Достойны ли немцы приоритета просто потому, что они немцы? Я считаю, что, конечно, нет. Ну, они могут все вот эти прибалтийские национальности, а мы как бы все-таки Прибалтика, вполне себе заслуживают тоже, как говорится, прав и не заслуживают быть обделенными в приоритете. Так, они просто говорят, что мы не продадим себя реакционным рыцарям. Давайте. Мы хотим не поддерживаться с рыцарями. Их контактов лишних. Давайте дальше. Ищем. Красный граф. Синдикалисты. Популярность неприятно, но ладно. Ой, коалиция поддерживает там кого-то. Прекрасно. В одной лодке. Они скорее поддержат нас, чем Унгерн-Стенберг. Отлично. И не было. Это я не очень так понимаю. Это рандомные или не рандомные ивенты? То есть мы запускаем, и там выпадает что-то рандомное? Или нет? Потому что здесь выпало примерно одинаковое. А здесь сначала позитивный, потом позитивный. Сейчас никакой. Давайте пробовать. Нам предлагают консерваторов сменить либералами. Давайте. Это звучит не так плохо. Предлагают обанкротить латвийскую компанию. Смотрите-ка. Это звучит как очень простое решение, но я мне не нравится такое. Опять поддержка войны. На политику это нормально. А еще появляются лесные братья. Добро пожаловать. А тут политика требуется, увы. И у нас есть вариант. Временно помириться с этими дуалистами. Либо все-таки посчитать их большой угрозой и разобраться сначала с ними. Слушайте. Я считаю, что все-таки нужно сначала добить именно их. Потому что я думаю, да, они сильно. Здесь, конечно, дается бафы, но я чувствую, что это ловушка. Я думаю, это ловушка. Они больше угрозы. Может, вообще они и спонсируют лесных братьев, кто их знает. Так, заработную плату мы не предадим свои принципы. Смотрите-ка, если мы не выполним два антипартизанских решения, то начнется заговор и. Я так понимаю, что-то они будут делать. То есть нам нужно сначала быстрее вот это нажать. Придется на какие-то требования пойти. Революционный латышский регион. Легион, точнее. Все корабли ищите социалистов. Да, но защита как то, что мы точно хотим нажимать. И да, у нас там начинаются проблемы с этими братьями. Любая помощь приветствуется. Это от кого? Пора и корпуса. А, конечно, любая помощь приветствуется. И мы победили. Дуализм. Прекрасно. А можем ли мы все еще это нажимать? По идее, да. И нам бы срочно нажать какие-то решения там. Хотя бы нечто вот такое. Да, звучит неплохо. Это мы точно принимаем. И мы успели кое-как подавить здесь все. Можем теперь брать фокусы. Фокусы не брали, чтобы политику взять. Лишнюю. И да, это, конечно, нас неплохо так замедлило. Мы только в августе сейчас будем брать фокусы. Но гнев Лацвер дает, значит, нам дополнительную еще политику. Это хорошо. Давайте пойдем на уступки интеллигенции. Нужно побыстрее справляться с восстанием. Я, конечно, так как это работает действительно как в сопротивление внезапно, распускаю наши дивизии, чтобы было больше в гарнизоны. Чтобы с этим самым ополчением получше они сражались. Ух, наша страна, конечно, да, ими очень жестко развалена. Но я думаю, это лучше, чем делать перемирие. А может нет, но я полагаю, что да. И я думаю, важно понять, что нам нужно именно подавить побыстрее восстание, то есть нам нужно цель сопротивления поменьше. Нам не обязательно подчинение набирать, оно, по идее, потом вернется. Да, и Manpower, кстати говоря, улетел. Там, кстати, тех добровольцев, за то, что мы прибыли, они только все ухудшили, по идее. Там был винтик. Надо было не принимать, ну ладно. И вот оно, восстание разгромлено, среднее сопротивление меньше 25%. Пусть это продлится 1000 лет. Все прекратятся восстания, опыт армии, политика, стабильность. Нормально, от кэшбэка себе стабильность. Отлично. Теперь идем избавляться от дебафов черного понедельника. Начинаем тоже мобилизовать экономику, чтобы подстроить хотя бы какую-то промышленность. И да, стабильность реально хорошо откатывается. Здесь еще все бафы нам дополнительно накинут на пром. Может, это будет даже полезно. Посмотрим, насколько это хорошо. Я уже здесь вижу хорошие бафы. О, 5 ноября. Вот это мы празднуем. Как говорится, это наша независимость. Отлично. Управление взяли, теперь возвращаемся помощью и начинаем опять непосредственно сам дебаф уменьшать. Здесь тоже, кстати говоря, очень хорошие
бафы в теории, но все-таки надо сначала именно экономику очистить, потому что дебаф, ну, для нас слишком, не, слишком неприятный. Просто все производство он нам убивает и все строительство. А нам нужно хотя бы какие-то фабрики построить, чтобы потом хотя бы какие-то военные заводы построить. Слишком мало промо пока. О, забавно. А в Америке стабильность вернулась в Америку? Гражданской войны не будет? Кстати, можно перейти на свободную торговлю, потому что ресурсов у нас все равно литрали никаких нету. Еще Адольф в путешествие поехал. А, допустим. Убрали мы половину дебафа и через фокус уберем его полностью. Наше производство будет работать вовремя, как говорится. И наши заводы будут тоже построены вовремя. И он вернулся. Пара аварий. В общем-то, ничего не произошло, просто он уехал. Вот то, что мы даем 15 промки, мне супер не нравится, если честно. И вот фокус взят. Черных понедельников в нашей стране, конечно же, нету больше теперь. Доделываем производственную линию. Эти две фабрики построим и начнем жестко строить военные заводы. В скобочках, скорее всего, сколько будет у нас? 6-7 фабрик. Но еще мы немножко здесь получим. Чуть-чуть совсем станет лучше. Есть у меня легкая идея добавить немножко танков в нашей дивизии и сделать такие пехотные чисто танчики. Наверное, я так и сделаю, кстати. Так что давайте исследуем арту, потому что она не опережает время. Но танки у нас не хочется мне опережать слишком сильно. И у нас все равно промки пока нету. Еще я бы сделал все-таки агентство, потому что это чуть-чуть важно. Если можем союзы с домовладельцами, либо с коммунами, ну, во-первых, у коммун баф лучше, а во-вторых, в принципе, это мне больше нравится, чем домовладельцам давать еще больше власти. Вы помните, вот это эффективное управление, вот здесь вот его должны были, по идее, улучшить. Наверное, здесь неправильно написано, я должен был вот отсюда получить еще 5-5, и отсюда потом еще 5-5. Наверное, я, да... Потерял 5% капа и объема, это очень много на самом деле. Ну и нам, наверное, стоит повысить мобилизацию, потому что у нас совсем нет манпауэра. Хотя бы что-то еще мобилизуется, нам нужно хотя бы выставить, ну, дай бог, по две дивизии на провинцию. По идее, хотя бы так. И опять он в путешествие отправляется, опять минус политка. Надеюсь, он в каком-то путешествии умрет и нас поменяется. То он пока очень неприятен. Ну что, Национальная комиссия экономической помощи готова. Наша страна начинает уверенно строиться. Всего одна у нас фабрика на ТНП, будет еще чуть-чуть меньше, в скобочках. Останется все еще одна, плюс одной. То есть мы очень эффективно будем строиться, по нашим, по крайней мере, фабрикам, скажем так. И, надеюсь, успеем построить достаточную армию, чтобы, ну, совсем все плохо у нас не было. Идем мы сейчас вот сюда, в еще один баф. Плюс еще база эффективности, но это не так интересно. А вот военный завод интересен. Потом интересно пройти вот сюда. Взять вот этих два уменьшения дебафа на население, и по идее мы полностью его уберем, что по ТНП, что по приросту, то есть он у нас нормализируется хотя бы. И опять он возвращается. А наша армия достигает уверенных 9 дивизий. Правда, стоит понимать, что это еще не то, как мы их хотим видеть. Есть пока так себе. Я полагаю, здесь я все-таки захочу двадцатки, наверное, обычные, потому что здесь одни леса у меня будут. И вся, в принципе, Балтика — это леса. Будем ориентироваться на, наверное, 7-2 классическую. И горняки 25 ширины фронта, очевидно, для гор. Мы их будем проектировать. Может, не обязательно здесь воевать, хотя на холмах может тоже, но отправлять куда-нибудь в другие местности. Ну что, фабрики достроены, бафы все взяты. На этом, я думаю, можно закончить нашу первую серию. По политике мы все механики победили. Промышленность начали строить. Сейчас переходим на военную. И будем формировать наш отряд, не знаю, армию спасения Германии, потому что я не уверен, что она сможет справиться, а может и справится, и мы практически ничего не сделаем, так или иначе свой вклад мы обязательно внесем. С вами был Лобгей, обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, лайк, комментарий, твич, скоро бусти, все как обычно, и до скорых встреч, всем пока.